Летают бедные и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Друзья, поздравляю всех! Вот мы с вами и в новом 2023 году! Очень надеемся, что он принесет в нашу жизнь мир, благополучие, гармонию. Но давайте подумаем, а что нужно захватить с собой из года прошлого? Я думаю, любовь, милосердие и, конечно, надежду. Надежду на лучшее. Сегодня с нами на огоньке люди самой настоящей героической профессии – военные корреспонденты. Благодаря им мы каждый день получаем самую правдивую оперативную информацию из любых горячих точек. Слово военкору Александру Сладкову и нашим дорогим гостям, настоящим защитникам Отечества. За нашим столом люди, которые прибыли с передовой. Такова наша реальность. С первых дней делает все, чтобы территория южных русских земель была освобождена. Я желаю всем нам в этом году прежде всего мира. А мир может наступить только после нашей победы. Поэтому всем желаю победы. Всем моим землякам на южно-русских землях желаю одного. Поскорее вернуться в родную гавань. И перефразируя известную песню группы Любэ, ждет Запорожье, ждет Одесса, Харьков ждет. С Новым годом! Маша, дорогая, этой новогодней ночью мы можем не только строить планы на будущее, но и как-то по-новому взглянуть на то, что уже сделано. И очень важно подумать о том, что мы должны изменить в жизни, чтобы сделать ее еще лучше, еще счастливее. Я скажу так, жизнь как биатлон или лыжные гонки. Если тебе тяжело, значит финиш рядом и победа близка. И все было сделано не зря, не напрасно было. Арго! Всегда из них ангелов стас им города голова. Троа, троа сердца в слава дарма в англов столова. Задок било все, задок било все. Треве треби твела звинда залоса. Задок било все. Дорога млечная. Арго, о каких потерях плачет птица встречная? Парус над тобой поднят и судьбой. Это флаг разлуки, здравствуй, знамя вечное. Парус над тобой поднят и судьбой. Это флаг разлуки, здравствуй, знамя вечное. На-най-на-най-на-най. На-най-на-най-на-най.